Ребята, всем привет! Только что в Adopt'е вышло обновление, где нам добавили новых питомцев к нашему летнему обновлению. Сейчас вам покажу поняшек, которых добавили. Вот здесь они все стоят, вы можете их увидеть. Самая обычная пони, потом панк пони, симпатичная пони и величественная пони. А, у нее косички даже. В общем, очень интересные поняшки, и самое интересное то, каких можно получить. Смотрите, здесь у нас есть пони пас, где мы можем зарабатывать жетоны, я как поняла. Да, ребята, мы каждые 40 минут будем получать по одному жетону. Также эти жетоны еще можно купить в магазине за 80 робукс. И там будет 6 паков. Давайте попробуем это купить и посмотреть, что это вообще, как оно работает. И теперь мы идем в эту конюшню, где можно будет проходить какой-то квестик, ребята. Сейчас мы на это и посмотрим. Я уже видела у разработчиков, что здесь нужно делать. Это ухаживать за поняшкой. Давайте приносить все, и этим самым мы можем с вами получать то, что нам нужно будет. Не, ну я как будто бы в мир лошадей играю, хожу за всеми, ухаживаю. Вот мне очень нравится эта поняшка, потому что она выглядит интересно, она как из My Little Pony Pinkie Pie. Но мне кажется то, что похоже. Поэтому я хочу именно эту поняшку, все, ребята. И я могу забрать один тикет. Ну все, надеюсь, вы поняли, как можно проходить уровни в пони-пассе. Дальше нам еще добавили рыбок. И чтобы получить какую-то из этих рыбок, вам необходимо будет потратить 16 тысяч билетиков, чтобы пройти игру. Ну все, ребята, билетики у меня уже есть, поэтому давайте пройдем эту игру. Итак, нам выпала розовая рыбка. Мне она очень нравится тем, что она фиолетовая, поэтому давайте сейчас я ее сделаю райд. И мы с вами пойдем посмотрим на нее предложение, потому что обновление вышло 5 минут назад. И я думаю, за райд такую рыбку могут что-то предложить. Смотрите, какая она красивая. И сегодня, думаю, будет тему разыграть для вас свой райд единорожку. Чтобы участвовать, выполняйте условия, которые вы можете увидеть на экране. Это подписка, лайк, комментарий и колокольчик. А также вот победитель моего предыдущего розыгрыша. Давно мечтаешь о робуксах? Тогда заходи на сайт RubyGG. На этом сайте вы сможете купить робуксы по самому лучшему курсу. К примеру, 400 робуксов стоит 266 рублей. Рубай имеет множество положительных отзывов, а значит, им можно доверять. А еще на Рубай вы сможете получить робуксы бесплатно. Делись с друзьями своим промокодом и получай робуксы с первой покупки друга. Также прямо сейчас на сайте проходит масштабный розыгрыш на 200 тысяч робуксов. Не упусти возможность выиграть робуксы и сделать это лето ярче, выполнив простые условия для участия. Покупай робуксы дешевле, чем где-либо. Лучший курс на рынке, моментальная отправка робуксов после оплаты и круглосуточная работа сайта. Все это на RubyGG, ссылка на сайт будет в описании. А теперь переходим к трейдикам. Короче, ребята, я с самого начала хотела потрейдить для вас розовую рыбку такую, но потом я нашла для вас легендарную новую рыбу, поэтому я ее буду трейдить сейчас. Только давайте сделаем ее райд, чтобы она была более заметной, и тогда точно пойдем уже трейдиться. Не, ну это вообще круто, то, что у меня есть теперь легендарка. Так, интересно, мне флэрайт Арктика предлагают. Ну, я в это не верю, ребят. Ну давайте, хорошо, я согласна буду. На Флэрайт Арктика, конечно же, я соглашусь, но... Что это за байты? Он не обменяется со мной на Флэрайт Арктика. Но это было очевидно, конечно. Конкуренты на сервере, девочка тоже рыбу, как у меня, трейдит. А, она мне даже трейд кинула. Пытается мне заменить райдзельку райд нарвалом. И еще мне предлагает 4 оранжевых рыбки. Но они у нас редкие, ребята. Ну, знаете, райдзельку, в принципе, заменить, возможно, это и может. Потому что тут новые тоже питомчики, их можно сделать неоночку даже. Короче, ребята, я обменяюсь так, потому что я хочу еще сделать неоновую рыбу. Но в смысле? Она мне сама кинула трейд, сама добавила много всего и отменила во втором. Но так, трейд, по-моему, был неплохой, потому что, ну, реально, неоночку так сделать было бы неплохо. Так, дальше мне предлагают Fly Golden Griffon вместе с золотым жуком-черепахой. Ну, ребята, две легендарки, но я хочу отменить, еще посмотрим. Кстати, по поводу неоночек, давайте посмотрим, как этот питомец выглядит неонки. Мне кажется, то, что неплохо, возможно. По-моему, это рыба, которая у меня называется петушок. Ну, знаете, есть такие петушки в аквариумах. В смысле, почему оно так далеко? Слишком... Так, ну покажите, пожалуйста. Нельзя, короче, посмотреть пока что, как выглядят новые питомцы в неонках. Надо уже самим. Я поняла, как они решили сделать. Так, смотрим. Арктический заяц.
Это мегапитомец. Но здесь я меняться не хочу, поэтому я отменю. Но так, возможно, думаю, кто-то бы и мог на это согласиться, потому что, ну, много кому нравятся мегапитомцы. О, ребята, нам предлагают цыпленка и сахарная вата. Давайте в первом трейде я пробую согласиться, но во втором я отменю. Все-таки это обновление уже прошло, и этот питомец не так сильно ценится, как раньше. Ну, ребята, в общем, я отменяю. Можно и больше получить. О, ну это байк. Это велосипед, ребята. Все, спасибо. Муравей. Че за бред-то? Не хочу на такое меняться, спасибо. Так, следующий. Здесь нам предлагают райд улитку. И еще таких добавочек. Но это мало. Ну, ПЖ нормальное что-то. ПЖ. Я не знаю, получится ли у меня сейчас затрейдиться на эту рыбку. Это уже будет у меня третья. И мне, получается, нужна уже последняя для неоночки, ребят. Я не уверена, что она согласится. Все-таки я туда ее как-то, может быть, маловато. Что? Адопт еще я что? Я трейд пропустила из-за адопта, он у меня перезаходит. Ребята, это лютый фейл. Трейд «Снежные слова». Неплохая легендарка, но для нашего трейда это маловато. Дальше нам предлагают неон райд барсука. Питомец красивый в неонке, он светится фиолетовым цветом. Но мне кажется, недостаточно. Дальше нам предлагают флорайд шоколадного бета-дракона. Этот трейд очень хороший. Если вам предлагают бетов, то обязательно меняйтесь. И следом у нас райд утконосик. Очень милый питомец, но он отменен. Кстати, я пока трейдилась, я уже 2 раза проходила вот эту вот мини-игру с поняшками, и у меня уже в пони-пасе уровень 3. Я хочу добить себе 35 уровень, чтобы получить эту поняшку, похожую на Пинки Пай. Ну уж очень сильно она мне понравилась, поэтому надеюсь, мне кто-то еще пригласит в пати. Советую проходить вам эту мини-игру с кем-то, потому что если вы проходите втроем, то вы зарабатываете больше очков. О, ребята, вот смотрите, меня пригласили, в итоге сейчас будет проходить 3 человека. И чем больше поняшек вы отпустите, тем больше у вас будет баллов. Ну вот, ребята, я сейчас получила очень много очков опыта, это целых 22, потому что я проходила его с командой, поэтому советую вам играть в эту игру именно так. О, кстати, я только что получила зельку роста. Лего, 2 леги металлических быков, но это очень мало, потому что, ну, быки не ценные питомцы у нас. Дальше райд оликорн, далее нам дают флайрайд единорога, питомец ценный, классный, но посмотрим-ка еще. Флайрайд легендарного рабопса нам предлагают. Следом флайрайд носорога, ребят, это редкий питомец. И она считается олдовским. Она хотела еще что-то добавить, но в итоге она передумала добавлять. Дальше 2 легендарочки. Кто не знает, этот лев был за робуксы, и он у нас райд. Но, ребята, я решила отказаться от этого предложения. Итак, ребята, дальше у нас флайрайд диамантовый единорог. Он просит добавки, поэтому я буду отменять. Так, а дальше у нас ура. Ура, шарик. Ненужные игрушки, поэтому я сразу отменяю. Райд Мехамяу, тоже легендарочка, и тоже я хочу отменить. Так, он хочет еще добавить эликорна. А, он убрал Мехамяу. Не, так я точно не хочу. Дальше Флорайд Фростфури. Вау, ребята, пушка. Но она отменила. Не, ну интересно, могу дать какого-то такого питомца, может, бета или фури? Я бы хотела получить это за свою рыбку. Хоть и уже прошло больше часа после обновления. Поэтому питомцев на серверах очень много, и трейдиков стало прилетать поменьше. Дальше райд Гаргулья. Этот питомец падал из городских яиц, и он у нас легендарный. Мне, кстати, очень нравится эта легендарка, но думаю, то, что пока что это будет недостаточно. Дальше. Что сейчас будет? Итак, кто тут? Это у нас Мехамяу. Нам уже предлагали сегодня в этом видео Мехамяу. Поэтому хочу чего-то больше или чего-то другого. О, добавляют нам еще вулканического носорога. Был у нас на вулканическом обновлении, кто помнит, ребята. Но 2 легендарки. 2 легендарки это хорошо, и возможно через время можно будет уже менять эту рыбу на 2 легендарки, но это уже посмотрим, как она будет цениться. Но пока что я отменю. Так, ребят, подождите, это неоновая? Ребят, смотрите, такая же рыбка, как у меня, только походу она неоновая. Да, ребята, это неоновая рыбка, как у меня. Вау, ну это прикольно, ребят, это прикольно. Она светится у нас белым цветом. Как в книжечке, я посмотреть не могу, как светится эта легендарка. Вот хотя бы на сервере я увидела. Так, здесь нам дают флайзельку вместе со стрекозой, но
Не хочу так, не нравится мне. Дальше Флайрайт феечка. А, да, Мирхорс, точнее, я просто называю Мирхорса феечкой, как и множество других игроков. Что она отменила? Странно. По идее, это мало. Сейчас у нас древний дракон Райт, тоже легендарочка. Блин, очень люблю этого дракона, но не могу так поменяться, потому что мало. О, ребята, мега Райт Корги. Это очень красивый мега питомец, очень милый. Давайте посмотрим, согласится она или нет. Она отменила. Следующий трейд, и здесь у нас что будет? Что будет? Что будет? Ничего не будет, она отменила. Ребята, неоновая легендарка — это Гриффин. Сам по себе он питомец как не особо ценный. Она просила добавки и потом отменила. Ладно, следом у нас тоже трейдик. И что же сейчас? Это леопардовая акула. Кстати, эта акула очень красивая в неонке. Она светится ярко-зеленым светом. Это мне очень понравилось. И также она добавляет еще розовую рыбу. Ну, мне не очень нравится. Нету легендарки никакой. Это были все трейды. Не забывайте заходить в мой телеграм-канал ZX01. Всех обязательно там жду. Там у меня также иногда проходят розыгрыши, поэтому залетайте, короче. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Всем желаю удачного прохождения в этом пони-пассе. Всем удачки!